Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Шуля! В подпольных клубах Нью-Йорка идет крупная игра. Здесь свои правила и особые ставки. Тут можно потерять все, но если повезет, обеспечить будущее. Майкл обладает потрясающим чутьем и шикарными мозгами. Черев был тертым шулером и крутил колоду, как бог. Он только вышел из тюрьмы, и с него требовали в 5-дневный срок отдать старый долг – 15 тысяч долларов. У друзей был только один, слишком рискованный путь – играть в грязную игру. Брат 1997 года. Демобилизированный из армии, Данила Багров вернулся в родной городок. Но скучная жизнь российской провинции не устраивала его, и он решился податься в Петербург, где, по слухам, уже несколько лет процветает его старший брат. Данила нашел брата, но все оказалось не так просто. Брат был наемным убийцей. Три девятки 2016 года. Группа коррумпированных копов задумывает крупное ограбление. Они понимают, ради алиби им будет нужно убрать кого-то из своих. Турист. Американский турист Фрэнк приезжает в Италию, чтобы залечить душевную рану. В Венеции он знакомится с необычной женщиной по имени Элиза. Израненное сердце, похоже, готово сдаться новой возлюбленной. Однако планы Фрэнка и Элизы крупнейшим образом нарушают водоворот интриг и опасностей. Тренировочный день. Фильм посвящен событиям, приключившимся в первый день работы новичка полицейского Джейка Хойта, поступившего на работу в полицию Лос-Анджелеса, а конкретно в отдел по борьбе с наркотиками. Ему, как это всегда бывает, попался многоопытный партнер Алонзо, коррумпированный полицейский ветеран. Американцам уже не привыкать к тому, что на улицах их страны ведется каждодневная война между наркодилерами и полицией. Алонзо давно усвоил тот факт, что законными методами с этим злом бороться бесполезно, а потому он выработал некую философию, балансирующую на грани добра и зла. Муки. Бумер. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!